Приветствую тебя, брат по оружию. Конечно, мы с другими предвестниками тут разминаемся, пытаемся удрать от Херсина. Ты видишь только меня, поскольку сердце твое признает вождем соратников лишь меня. Бьюсь об заклад, старина Вигнар видел бы полдюжины моих предшественников. А я вижу всех. Тех, что в Сомгарде, и тех, что вместе со мной томятся в царстве Херсина. И все они видят тебя. Благодаря тебе прославится имя соратников. Мы не скоро это забудем. Не знаю. Я могу лишь надеяться. Головы ведьм у тебя? Великолепно. Брось одну из них в огонь, тогда их магия будет разрушена. Или, по крайней мере, отпустит меня. Тут кто-нибудь есть? Приветствую тебя, брат по оружию. А вместе с ним, зверя внутри меня. Благодарю тебя за этот дар. Хотя остальные предвестники остались в ловушке у Херсина. Возможно, герои прошлого из Солнгарда помогут мне освободить их. Пахота охотничьих угодий — это будет славная битва. И, возможно, однажды ты присоединишься к ней. Но пока что возвращайся в Нирваскар, празднуй нашу победу. И веди соратников к еще большей славе. Я правильно расслышала? Он сказал, что ты поведешь соратников? Я просто удивлена. Но твоя сила и доблесть очевидны всем. Это честь для меня первой назвать тебя предвестником. Пойдем, расскажем остальным. Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Возможно, когда-нибудь мы еще поохотимся вместе.
Старик очень этого хотел. Я рада, что мы смогли выполнить его желание. Со временем. Но это же гробница из Грамора. Думаю, я побуду здесь немного. На такое стоит потратить немного времени. А ты ступай. Потом увидимся. Угу. Хранят тебя боги в битвах, друг. Да, благодаря тебе его честь восстановлена, пусть и после смерти. Достойный конец для достойного воина. Если бы несколько месяцев назад мне сказали, что соратников возглавит какой-то чужак, я, наверное, перерезал бы тебе глотку. Но теперь я могу судить тебя по делам. И я слышал, что Кодлок любил тебя, доверял тебе. Надеюсь, ты докажешь нам, что сердце его не обмануло. Удачи, друг мой. Не сейчас. Я хочу изучить эту резьбу. Интересно, бывал ли тут из Грамор, пока был жив? Но тебе не обязательно оставаться, если ты не хочешь. Увидимся по возвращении в Йорваскар. Будет что рассказать, да? Угу. Я не ожидал, что кто-то вроде тебя станет предвестником. Но Кодлок доверял тебе, и я буду доверять. Ты замечательный друг. Это дорого стоит. Он больше не вервольф? Пусть и мертвый. Это хорошо. Ага.
Ступай, Двемер, в потустороннее. Я познаю твое неведомое и поднимусь до твоих глубин. Древние свитки? О, да. Империя. Имперцы скрылись за ними. Или они так думают? Те, кого видели. Те, кого не думают, что видели. Я знаю об одном. Забытом. Заброшенном. Но я не могу пойти к нему. Бедный Септимий. Ведь я выжил за пределы его хватки. О, я в порядке. Буду в порядке. В порядке воли, замкнутой стенами. Здесь. Ну, здесь. То есть в этом измерении. Мундус. Тамриэль. Относительно рядом. В космическом масштабе все близко. Один блок поднимает другой. Септимий даст тебе то, чего ты хочешь, но ты принеси кое-что взамен. Узри шедевр работы Двемеров, глубоко внутри величайшего их знания. Септимий — мудрец среди людей, но он полный идиот, рядом с глупейшим из Двемеров. По счастью, они оставили свои указания к чтению древних свитков. Одно хранится по сей день в глубинах черного предела. Ты знаешь черный предел? Где города двемерские поныне спят, там знания секретные хранят. В глубине, во тьме, тайная крепость... Башня Мзарк, Альфтанд, точка прокола, первого входа, свершения. Пройди к ее краю, и черный предел лежит за ней. Но не все могут войти. Только Септимий знает о тайном ключе, чтобы ослабить замок и за камень скок. Две вещи есть для тебя. Две формы. Одна острая, другая круглая. Круглая для настройки. Двемерская музыка мягкая и тихая нужна, чтобы открыть хитроумные врата. Острый лексикон для записи. Для нас лишь груда металла. Для Двемеров... Целая библиотека знаний, но пустая. Найди Мзарк и его звездный купол. Там машинериумы прочтут свиток и возложат знания на куб. Поверь Септимию, он знает, что ты можешь знать. Глубочайшие двери Двемеров слушают пение. Она играет нужные ноты для открытия. Ты не слышишь? Слишком низкие ноты? Один взгляд на мир внутри древнего свитка может выжечь глаза или разум, как Септимию. Двемеры нашли лазейку, как они всегда делали, чтобы собрать знания снаружи и внутри без вреда. Помести словарь в их устройство и собери в него познания. Когда он переполнится светом, принеси его сюда, и Септимий снова сможет читать. О, какая наблюдательность! Как умно спросить Септимия. Этот двемерский ящик. Взирай на него. И прозревай внутри сердце, сердце Бога, сердце твое и мое. Но его спрятали не Двемеры, понимаешь? Их уже не было тогда. Кто-то другой, невидимый, неведомый, нашел сердце
и со злой иронией запер его в двемерский ящик. Свиток даст мне глубокое видение, нужное, чтобы его открыть. Ибо даже самые хитроумные машины двемеров не смогут пересилить всеведение, что дарует древний свиток.
украл мою скуму! Что это было?